31 месяц 2022 года в Ленинске-Кузнецком произошло 13 пожаров. Из них 7 случаев горения мусора, в том числе в контейнерах. Один случай пожара в частном доме. 4 раза пожарные выезжали на тушение хозяйственных построек и один раз на горение автомобиля. Основной причиной всех пожаров стало неосторожное обращение с огнем. 17 января на телефон 112 поступило сообщение об отравлении неизвестным веществом и госпитализации в тяжелом состоянии в отделении реанимации Центра охраны здоровья шахтеров семьи из 5 человек, трое из которых несовершеннолетние дети, по адресу улица Краснопитерская, 37. По предварительной причине семья отравилась угарным газом. Специалистами шахтоуправления имени Рубана совместно с представителем управления ГОЧС по данному адресу было проведено обследование жилого дома на предмет выхода вредных газов на поверхность. Концентрация вредных газов в жилом помещении не превышает ПДК. В настоящее время все члены семьи из медучреждения выписаны и находятся на самоизоляции по причине подтвержденного COVID-19. После отмены ограничений в данном доме будет произведен повторный отбор проб воздуха. А 19 января в ЕДДС пришло сообщение от Главного управления МВД по Кемеровской области Кузбассу о том, что поступила информация о минировании детских садов и школ на всей территории Кузбасса. На территории Ленинско-Кузнецкого городского округа было обследовано 26 детских садов и 17 школ. Привлекали сотрудники межмуниципального отдела МВД России Ленинск-Кузнецкий, работал кинолог с собакой, применялся прибор при обнаружении пород взрывчатки. Эвакуация не проводилась. Сообщение о минировании не подтвердилось. В январе на территории городского округа произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибели не допущено, но пострадали 10 человек. С начала года продолжается работа по оборудованию датчиками дома и квартиры малоимущих пенсионеров и малообеспеченных многодетных семей. В течение первого месяца оборудованы дома 58 семей. В феврале основной задачей станет проведение противопаводковых мероприятий. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.